Новый детектив «Оборванная мелодия» 2018 года. В главной роли Александра Никифорова. На презентации ювелирной коллекции неожиданно погибает Анна Никифорова, в прошлом известная фотомодель. Ее дочь, криминальный репортер Елена, решает лично заняться расследованием этого дела. Премьера фильма состоится 21 октября 2018 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.